Всем привет! Уважаемые зрители и подписчики моих каналов, продолжаем, точнее начинаем первая игра играть в CS 2 спустя неделю, 8 дней, сколько там прошло, я точно не знаю, не считал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, кстати, буду привыкать дальше к своей мышке новой, потому что в Counter-Strike довольно-таки тяжело сейчас играть, в любом случае. С новой мышкой. Поэтому, можно сказать, привыкаю к новой мышке. По-прежнему. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Играем, кстати говоря, на красном Trust Factory. На этом аккаунте красный Trust. То есть читеры могут быть, имейте в виду. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании под этим роликом. Там у нас конкурс. Прямо сейчас проходит. В целом конкурсы. Всем желаю удачи и приятного просмотра. Полтин. Первая игра вообще без разминки какой-либо. И уже минус 4. Солевой на стримере. Солярка. Тупо профессионал этой игры. Минус 4 еще. Второй раунд подряд минус 4. Аж затрясло от этого. Просто профессионал игры. Просто ебучий, сука, профи. Тупо минус 4, блядь. Минус 8, нахуй. Аж чел ливнул, нахуй, к хуям. Охуел от скилла моего. Что там этот сынок зайдет сюда?
хочет, походу, заходить. Ладно. Не хочет и не хочет. Заставлять не будем никого. Варшавский. Нет, Амстердам сервер. Сервер Амстердам. Все, будут паузу брать, сынки эти. Сынки сынов. Сынки вафлей. Не, они не умеют паузу брать. Это слишком сложно для них, для их мозгов. Дурачок, смотрю, где-то сидит. Дурачок где-то с Макова сидит. Я правильно понимаю? Это, походу, самая быстрая игра в моей жизни. Если она закончится за 8 минут, я в шоке буду, честно. Серьезно? Thanks for game. Лол. Это самая быстрая игра. Это рекордсменская игра. Самая быстрая игра в мире вообще. В жизни. У меня, кстати, как раз на вертик вроде побед не было. Это мировой рекорд по окончанию игры. В книгу рекордов Гиннесса войдет эта игра. Я вам базарю.